Сильный духом, целеустремленный и рассудительный. Такой он, снежный барс Зинур Люман. Он не мечтал стать альпинистом, но горы манили своей красотой. Случайное увлечение переросло в смысл жизни. Зинур Ага удалось покорить 5 горных вершин семитысячников. Именно за это альпинистам в Советском Союзе давали звание «Снежный барс». О своих восхождениях, победах и неожиданных происшествиях, впечатлениях и захватывающих приключениях в горах он рассказал на встрече с молодежью в этно-ресторане «Алем». Гости с восхищением слушали истории Зинур Ага. Это еще полбеды наверх подняться. Самое сложное у нас считается спуск обратно. Тем, что человек расслабляется, не может оценить опасности, которые его готовят туда. Сказать, что я поднялся наверх и победил, это неправда. Побеждает тот, кто возвращается домой. Несбывшаяся мечта Зинур Ага – восхождение на Гималаи, покорение Эвереста. В 80-х, когда он хотел покорить высочайшую вершину Земли, ему пришел отказ. Зинур Ага признается, что это разбило ему сердце, и он завершил карьеру альпиниста. Әлі да көресіңіз, е? Да, байра шыққаным. Байра шыққан соң, етрафын көрген соң, көрімі, мен білесем, бір кімсе оны язып оламаз, бір кімсе айтып оламаз. Снежный барс вдохновил молодежь своими историями о горах. Чоқтан өле көрешулер олмадылар, маға мемнюм, өле ұлу адамнен көрешмек, чоқ не іштім, о аят ақында насыл чығарды, насыл меселері он еді, насыл ғрашырды, насыл әпсіні бітірді. Ну, мирақлы үште еді. Он үшін чоқ сағылмыз. Бұл адам үшін Зинур бей ақында білмеді. Он үшін бүгін мен үшін бұл яны бұршақы солды. Емді да соңына яқын бұл бітамның доғмыш көйінден ұппалы оған, оның ұппалы оғаны бірген соң, асын ерегіме бек яқын олды. Әр бір дақ төпесінде айрыты қалдырыншы бір манзара олғаны айтқанда, мен сән кеміні аңлаған кі бұ олам. Берсе өле бір нөмелер олғаны бегенем. Зинур Ага показался очень интересным, очень таким открытым человеком, очень много шутил. Очень понравилась его история. Вот. Хотелось бы еще больше пообщаться, задать еще больше вопросов. Но я думаю, мы еще с ним встретимся, иншаллах, и зададим. Я очень хотел бы, чтобы появлялось больше таких людей, как он. А в его истории, ну, конечно же, как он сегодня рассказывал, покорение 7000, это очень как небольшое достижение. Сам альпинист был очень воодушевлен встречей. Он признался, что испытывал такую же радость, как и когда-то на вершинах. Мен оксик байрдамшин. Бунда олганым, диам мен ин оксигердим. Бу халкын ортасын. Мен пек куанам. Бүзім халық бір-бірін білгеніне, таныш олғанларына, яқшылық істегенеріне бір-біріне, мен олар құғырланам. Студия «Қара Дэңіз Продакшн» готовит новые встречи с именитыми и интересными людьми.